Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Міська рада на зв'язку». Разом з вами журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні гість нашої студії – заслужений працівник культури України, директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчій. Доброго вечора. Добрий вечір. Шановні глядачі, ми працюємо в прямому ефірі, тому ви можете подзвонити і поставити запитання мені або нашому шановному гостю за телефоном 76 92 42. Отож, моє перше питання – чим сьогодні живе Миколаївський зоопарк? Знана перлина нашого міста. Зрештою, всі знають, що Миколаїв славний своїм корабельним прошлим, минулим. Але сьогодні, коли ми в'їжджаємо в місто, ми першим чином бачимо зоопарк, який знаходиться біля нашого автовокзалу. Що нового, що прекрасного з'явилося зараз у нас? Ми заканчуємо сезон. Вот. Сезон пройшов, в общем-то, для нас достатньо удачно. Ми заработали нормальні гроші. Ми успіли построить своими силами с помощью глиноземного завода, за что глиноземному заводу большое спасибо, новый вольер для хищных животных. В следующем году там еще нужно дом построить. Мы, наконец, это удивительно, но мы приступили к, буквально вот на этой неделе, уже вырыт котлован. Мы начали строить жирафник. То, о чем многие горожане спрашивали, хотели увидеть жирафа у нас, мы это начали делать. Мы заканчиваем капитальную реконструкцию слоновника. Вот. Мы получили снежных барсов, мы в этом году привезли самца белого медведя, мы в этом году должны еще привезти из Франции самку дымчатого леопарда и отправить туда рожденного у нас по международной программе самца пумы. Мы должны получить пару бородачей по альпийской программе разведения и нашу самку отправить в Швейцарию. Мы работаем, мы готовимся к зиме. Мы, слава богу, привели в теплотрассу в порядок, в рабочее состояние. Потому что нашей теплотрассе 40 лет, и она вызывает очень много всегда тревоги. То есть мы работаем, и мы готовы к зиме. И, слава богу, у нас еще хорошая погода, у нас есть посетители, мы всегда рады посетителям. Приходите в зоопарк, увидите. Я знаю, що ви зайняті в цій прекрасній сфері вже не перший десяток років, і хотілося б поцікавитися вашою думкою, як змінився зоопарк і як його можна зробити більш сучасним? Все ж таки, час не стоїть на місці, чи це все-таки така консервативна галузь? Ну, в зоопарку от 1 октября виповнюється 50 лет, як зоопарк прийшов в мою життя. Ну, не я в зоопарк, я так не хочу сказать, но наш зоопарк пришел в мою жизнь. 51 октября 1965 года я пришел юнатом в зоопарк. Ну, с того времени, ну, приходил, уходил на работу, я пришел уже в 78 году постоянно, за это время работал. Выражающе. Работал, ну, приходят сейчас сотрудники молодые, устраиваются на работу, я спрашиваю, сколько вам лет? Ну, там, допустим, 30 лет, 20 лет, и я в зоопарке работаю больше, чем вы на свете живете. На сегодня старше меня в зоопарке только крокодил Вася. Вот. Вся жизнь отдана этому делу, вот, и это действительно так, и я очень счастливый человек, потому что моя работа – это мое хобби. Вот. После школы было несколько лет, когда я работал на заводе «Кристалл» электромонтажником. Это было совершенно не мое, хотя зарплата там была хорошая, белый халат, печатные платы. Мы паяли всякие там транзисторы, но это было не мое. А потом, когда я видел, что зоопарку требуется биолог, вот, я все это, кажется, бросил и ушел на 67 рублей в зоопарке. Вот с того времени... 68-го года работаю в зоопарке. Наскільки він змінився? Ну, все меняется. Это насколько изменился зоопарк, это могут сказать горожане. Особенно вот за последние годы мы, по сути дела, вообще своими силами проводим реконструкцию зоопарка. И горожане, если это, ну, могут действительно увидеть и оценить, вот сколько всего нового в зоопарке появилось. И это появилось в основном за те деньги, которые зоопарк зарабатывает сам. Ведь бюджет... В течение многих, ну сколько я помню, лет, вот в этом году нам дали деньги на слоновник, бегемотник, нам очень дозированно давались деньги только на зарплату и на корма для животных. Все остальное мы должны были заработать сами на всю хозяйственную деятельность. Вот, и мы это делали, и все равно мы благодарны горожанам, мы благодарны
городу, городскому совету, депутатам за то, что, в общем-то, они с любовью, с пониманием относятся к зоопарку и понимают, что действительно, вот сказали, это жемчужина. Я здесь хочу вспомнить Владимира Дмитриевича Чайку. Вот совсем недавно был день рождения. Очень часто вспоминаю этого человека. И он действительно любил зоопарк. Он был часто в зоопарке. Мы с ним много гуляли. И его всегда радовало какие-то наши хорошие события. Он расстраивался, когда нам что-то не удавалось. Вот. И я очень хотел бы, чтобы вот это отношение, мэрское отношение к зоопарку у нас не менялось. У нас всегда было так. Знаете, вот основатель зоопарка Леонтович Николай Павлович, да? Вот. Ведь потом он стал городским головой, мэром. И до конца 17-го года был городским головой. Вот. А строил зоопарк председатель горосполкома Канаев Иван Максимович, тоже светлейшей памяти человек. Вот. Потом пришел Владимир Дмитриевич Чайка, который к столетию сделал новые вольеры острова зверей. Вот. Сейчас мы начали строить слоновник-бегемотник. Если зоопарк дорог городу, руководству города, все будет получаться. Если будет чехарда, ну, мы не буду называть зоопарки, все они на слуху, к чему это все привело? Ну, загалом, зоопарк – це досить дороге задоволення для будь-якого міста. Наскільки я знаю, в Європі це теж дуже недешеве задоволення. Зоопарк – дорогое, безусловно, місто, якщо ми говоримо о зоопарку, як ну, в повному розумінні цього слова, якщо ми не говоримо о бюджетной какой-то или финансовой, вот, или ну, кто хочет просто заработать на зоопарке, на животных. Есть такое. Вот, и при входе животных этих карасей продают. И нам говорят, вот почему вы при входе карасями не торгуете? Нельзя при входе торговать продуктами. Вот, куриными ножками, карасями, потому что никто не будет знать, сколько ж собственно, животные съели, и какого качества. Ну, в общем, это... Не совсем отличное место. Это разные вещи. Вот. Но то, что дорого, да. Вот совсем недавно, в начале этого года, был введен в эксплуатацию вольер белых медведей в зоопарке Шомбрун в Вене. Я его в этом году видел, буквально на один день в Вене был, и мне очень хотелось посмотреть. Так этот вольер стоит 24 миллиона евро. Міська громада виділила. Да, це построено на бюджетні деньги города 24 мільйони євро. Ну там, кроме білих медведів, там ще великолепна експозиція пінгвінів. І там медведя можна видеть, як він ныряє, як він плаває в огромному акваріумі, як текуть ручьи, ростуть якісь трави, не тропічні, а арктичні. Вот. В Копенгагені зоопарк для індійських, африканських слонів, для двох сімей. Он давно уже построен, наверное, десяток лет. А тогда его строительство обошлось Евросоюзу 40 миллионов евро. Можете себе представить уровень, какой должен быть финансирование для того, чтобы создать современную экспозицию. И когда мы говорим, что мы лучший зоопарк в Украине. Нам до Европы, собственно, как и всей Украине, до Европы, так и нашим зоопаркам до Европы очень далеко. Я уже где-то на одной передаче говорил, что несколько лет назад к нам должна была приехать комиссия из ЕАЗа, из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, но потом начались вот эти вот у нас военные действия, они испугались, не приехали. И вот месяц назад я получил письмо, что в следующем году, в мае месяце, они таки к нам приезжают. Конечно, будем готовиться к этому скринингу. Вот. Я ответил уже больше, чем на 100 вопросов. Анкета пришла, я дал подписку о том, что я отвечаю правду, только правду и ничего кроме правды. Вот. Очень бы не хотелось выглядеть плохо, но я надеюсь, что нам еще показать. С достоинством выйдем с этой проверки. Скажите, пожалуйста, а какие зоопарки в Украине, в принципе, за рівнем дотягують краще або... схожі на Миколаївський зоопарк. Миколаївський, ви знаєте, буквально несколько дней назад я получив приглашение відкриття нового зоопарка в Луцьке. Там на границі з Польщею дали деньги польському зоопарку і луцькому зоопарку. Вот.
дали большущие деньги, несколько тысяч евро. И они построили вольеры для львов, для медведей. И вот в эти выходные дни я должен, как президент Украинской ассоциации зоопарков, на 17 число президент Украинской ассоциации зоопарков и аквариумов, поехать туда на открытие. Но не получается у нас наше мероприятие. Вот. Ну, это Евросоюз дал. И там действительно хотелось бы посмотреть, что построили. Остальные зоопарки наши, в общем-то, сложно очень. В умовах сложно. Обмеженного Хотя, финансования. Вы знаете, времена всегда одинаковые. Работать надо. Надо что-то выдумывать для посетителей, чтобы людям было интересно. Чтобы животным было комфортно. Чтобы было... Вот есть 5 свобод. Да? И у нас они такие же, как и у животных. Пища, вода, дом, извините меня, секс, пара должна быть, и дети. Человек будет счастливый, и животное будет счастливое. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як ведеться робота з колегами з інших областей, з зоопарки? От ви розповідали на початку нашої програми, що ведеться обмін тваринами, і нам дають якихось і нових Буквально постояльців. Буквально кілька днів назад. Як ми... це відбувається, цей процес? Кілька днів назад ми відправили самця рисі, це вже 5-й рисьонок, який уїхав в Харківський зоопарк. Ми оттуда взяли самця по договору з тим, що якщо у нас цей самець буде розмножатися з нашою самкою, дітей ми ділимо поровну. Ну, Харків в цьому отношенні все-таки краще положення знаходиться, тому що ми розмножаємо і віддаємо туди малышей. Така ж ситуація у нас з харківським самцем ягуара. Вот, тоже мы уже несколько малышей отдали в Харьковский зоопарк. Вот. Но я уже говорил, что у нас достаточно тесные большие связи с зоопарками Европы. Нас хорошо в Европе знают. И не хочу хвастаться, но город Николаев во многих городах Европы знают, потому что здесь есть европейского уровня зоопарк. Я уже рассказывал однажды историю, когда Владимир Юрьевич Тулуп был в Вене и сидел в кафешке, пил кофе. Вот. И когда за соседним столиком австриец услышал, что он из Николаева, он подошел и сказал: «Я знаю ваш город, там есть очень хороший зоопарк». Он в Тулу приехал и в восторге мне рассказал эту историю. Вот. Я тоже ее с восторгом всем рассказываю. Дійсно показовує такий факт. Розкажіть, будь ласка, от ми вже чули історію про крокодила, який дуже давно знаходиться в нашому зоопарку. Розкажіть пару слов про цього найдревнішого постояльця, чим ви його годуєте, як він себе поводить і чи не позначається на ньому такий поважний вік? Ну, поки от я вчора буквально возле нього був, там мили його вольєр. Це місіпський алігатор, звуть його Вася. В 52-му году розміром там 40 чем-то сантиметров он прибыл в наш зоопарк, за это время вырос. Когда зоопарк переехал на новую территорию, в течение 30 лет он лежал в ванне, на нашей ветлечебнице, потому что для него не построили вольер. И на одном из городских мероприятий я подошел к Овчинникову, тогда директор глиноземного завода, и говорю: «Ну, давайте сделаем для нашего крокодила ну хоть какие-то условия». Он так сначала удивился, они сотрудничали с нашим художественным музеем, а я потом подошел к жене Татьяне, я говорю: «Ну, помогите». И она его уговорила. И он так потом оказалось, что это так вот красиво легло, и приятно было и для завода, и они выделили нам тогда не деньги, а дали материалы. И мы построили экспозицию, ну, хотя бы вот такую, как она сейчас есть. Вот. А раньше у нас Василий с октября по май не ел, потому что было холодно, и в холодное время года он отказывался от еды. Многие-многие годы, и это считалось нормальным. После того, когда мы прогрели зимой, у нас сейчас ест он последние уже, наверное, лет 8, он ест круглый год. И он стал расти. И он заметно вырос. И сейчас он в нем уже больше 3 метров. Это достаточно солидный крокодил, которому вот уже больше 60 лет. Він один у нас чи ще? Нет, у нас есть еще крокодил Каля, самочка, это кайман южноамериканский. Но она тоже уже, в общем-то, в возрасте. Я помню, когда ее привезли совсем маленьким крокодильчиком, сейчас это уже порядка полутора-двух метров крокодил. Чим ви їх годуєте? Наскільки мені відомо, вони не травоїдні.
Да, вот вы знаете, тут мне только сейчас вот говорили, что вот, вот некоторые люди являются там, которые едят только капусту, как это называется? Вегетарианцы. А, вегетарианцы, да. Вот крокодила вегетарианцев вот не существует. Вот. И я так думаю, что если в природе есть животные, которые питаются, ну, и мясом, и овощами, то, очевидно, вполне нормально, когда и человек питается и мясом, и овощами. Бог создал этот мир так. А когда неестественно человек становится вегетарианцем и начинает оправдывать свое поведение тем, что он отказался от мяса какими-то высокими идеями, извините меня, это вызывает у меня лично только улыбку. Бог создал мир, и он создал корову для того, чтобы она жила, в конце концов, она была приготовлена і подана на стіл. Це домашнє життя. Певною мірою філософське питання. Я так думаю об цьому. Скажіть, будь ласка, от ви розповідали, що цей крокодил певний період року, декілька місяців, здається, взагалі не їв. А от чи є лікарі в штаті, які можуть визначити характер, можливо, не дай Бог, якоїсь недуги або там втрата? І чим можуть це радити? Наші ветврачі завжди, ветврачі зоопарка считались и считаются лучшими ветеринарными врачами в городе. И те врачи, которые сегодня практикуют в городе и имеют хорошее имя и уже не работают в зоопарке, они прошли школу зоопарка. Потому что только в зоопарке можно набраться вот этого изумительного опыта. Вот, лечение більше разных видов. 100 видов тварин? Нет, у нас больше 500 видов. Тобто це треба дати раду всім, знати всіх? Ну, всех, конечно, знать невозможно, но, ну, правда, тут такое, я всегда на совещании говорю, вот когда собираются наши специалисты, или ребята, наш опыт – это их жизни. Надо всегда об этом помнить. Які, як на ваш погляд, які найбільш популярні місця для відвідувань в вашому зоопарку? От приходить середня екскурсія – школярі, і куди вони спершу йдуть? Що найбільш цікаве, ви як фахівець? Ну, школярі – це не показатель, тому що все-таки показатель – це мамочки з дітьми, з маленькими. Це ваш типовий. Вот, вот, вот куди мамочка з ребенком йде? Йде на дідову хату. От ми її створили в 2004 році, і я до сих пор радуюсь, що ми зробили цю експозицію, де дитячий городський ребенок, він може побачити живу курицю і знати, що вона несе яйця, що не яйця покупаються в магазині. І там кролик є, і там овця є, і там коза з таким вименем, і що її можуть подоїти, він побачить, як молоко з'являється. Це замечательно, і я пам'ятаю, коли я проходил, и старуха на призбе сидела и пела украинские песни. Я подошел и говорю, извините, вам здесь нравится? Сыночек, я как дома побывала. Это вот типично южноукраинская хата, подворье. Вот это очень, ну, им нравится остров зверей. После того, как привезли медведей, когда они там играют в баскетбол, конечно, стоит толпа восторженная. Нравятся сурикаты, возле них тоже всегда стоит куча людей и наблюдает, кто же там на посту и почему он на посту, и как они меняются. Вот. Нравится птичник, нравится наш пруд, где много разных птиц плавает, присмыкающихся, и все хотят, вот давайте, вот, вот вы когда будете их кормить, мы хотим посмотреть. Мы этого не делаем принципиально. Кормление присмыкающихся, значит, наших удавов, все это производится при закрытых дверях. Мы людям это не показываем, это не для того, чтобы на это смотреть. Расскажите дещо про приматів. Є відділ у вас приматів і шимпанзе, горили, які з цих? У нас горил нет и никогда не будет, потому что у нас нет условий для содержания горил. У нас есть семья шимпанзе, которая успешно содержится и размножается, и в летнее время у нее замечательный есть вольер с большой такой деревянной конструкцией, по которой они лазят, есть водоем, там плавают рыбы, за которые там они пробуют ее как-то ловить, растут кусты, правда, к концу сезона они почти все уничтожают в этом, но к весне это все оживает, расцветает, то есть растения борются с нашей семьей шимпанзе. Они нормально себя чувствуют, размножаются. Старшая самочка, которая у нас родилась, сейчас опять живет в Харьковском зоопарке. Вот. У нас очень большая коллекция приматов, одна из, ну, наверное, одна из самых больших коллекций в Украине. Практически все виды приматов у нас размножаются. Мы принимаем участие в европейских программах по разведению.
этих животных. Вот сейчас мы должны получить размножающуюся пару из разных зоопарков Европы бело-черных варий. Но нам поставлено условие куда-то отправить наших варий. Я не знаю, куда их переправлять. Вот. То, что отправлять их можно только в те зоопарки, которые являются членами ЕАЗ. Вот. В Украине членов ЕАЗа кроме нас нет. Значит, нужно куда-то в Европу отправлять. Для того, чтобы получить полноценную, генетически важную пару вот этих мадагаскарских лемуров. Це вже ваші виробничі питання. Скажіть, будь ласка, от у мене таке питання, як неофахівця. Наскільки я знаю, у нас дуже багато, 500 видів різних тварин. Всі вони дуже часто перебувають з різних поясів. Тропічний, можливо, субтропічний. Як взагалі знаходиться, де ця золота середина, щоб комфортно було всім? Чи все ж таки вони мусять звикнути до нашого клімату? От саме оцей фаховий... Ну, ніхто зараз із животних, із Африки к нам не приїжджає, з Юго-Восточної Азії не приїжджає. Всі животні, які у нас живуть, і яких ми отримуємо, як правило, вони народжені в зоопарках. Они адаптированы к тем условиям, в которых они находятся. Наши африканские львы никогда не видели Африки. Их бабушки, дедушки и прабабушки давно рождались в зоопарке. То же самое наши амурские чистокровные, наши тигры или снежные барсы. Вот. Когда-то их, не папы, а прабабушки, были, конечно, естественно, пойманы в дикой природе. В том-то и смысл зоопарков, чтобы не изымать животных из дикой природы. Чтобы эти животные могли дать возможность потом, когда-нибудь, возможно, хотя... Это очень такой спорный вопрос, вернуть этих животных в дикую природу. Их можно вернуть, но надо, чтобы там сохранился тот лес и те условия, которые были. Нельзя вернуть королевского тигра на рисовые поля. Для этого там должны быть индийские животные. Вы рассказывали про левов. Насколько, вот мы знаем, лев – это царь звірів, який робить... Папа спрашує у ребенка: Ванечка, а хто є царем звірей? Ну, разве ти не знаєш, цар звірей – це директор зоопарка. Доля жарту. Скажіть, будь ласка, чи вони в умовах неволі також роблять велику зграю, там, де як... Условия содержания абсолютно не влияют на поведение. Конечно, если плохие условия содержания, можно поломать психику животное, появляется патология поведения, какие-то навязчивые движения. Ну, многие раньше видели, слон стоит и переминается с одной стороны. Это патология поведения. Это из-за того, что у него нет общества. Пятые умов, про які ви розповідали. Да, вот у него нет п'яти условий свободи. Це, до речі, дуже серйозна справа. Наскільки я знаю, от я читав історію в інтернеті, що... Это один из вопросов нашего скринінгу. Есть ли у нас их животных патология поведения? Для этого мы должны постоянно думать, чем их занять. Значит, его нужно кормить не два раза в день, а пять раз в день. И прятать пищу. И он должен эту пищу искать. Квесты. Да. Чем? Вопрос. Как вы развлекаете своих белых медведей? Сколько раз в день? Это вопрос, на который я должен ответить. Сколько раз в день вы меняете декорацию в вольере? То есть у нас там лежат огромные бревна, и вот три раза в день мы выносим бревна и заносим. А я еще написал, ну и мы раз в неделю приглашаем хор имени Веревки, и он поет возле наших белых медведей. Это же полного рода ирония. Это, конечно, шутка, но думать о том, чем занять животных, нужно. Это такая турбота, зрозуміла. То есть это называется это у нас обогащение среды. Це серйозно, цим можна займатися. Щоб підтвердити ваші слова щодо того, що це дійсно серйозно, наскільки я знаю, білий носоріг, їх здається декілька особам в усьому світі. І там в Африці... Це річ йде про северному білому носорогу, да. І наскільки я знаю, що уряд тієї країни, де вони знаходяться, виділив озброєну охорону, щоб саме за ними ходили, патрулювали. Тобто фактично це дуже серйозний момент. Ну, напевне, у мене буде останнє питання. Плани на майбутнє, розвиток, можливо, стабільності. Що планується наступним часом? В следующем году нашому зоопарку небольшой такой, ну, юбілей, день рождения, нам 115 лет. А вот в следующем году у нас скрининг серьезный, нам нужно его пройти. Вот, достойно пережить зиму без потерь, потому что обещают уже к концу недели холода. Вот сейчас мы уже кого-то заносим в теплые помещения. Вот. Вот, собственно, наша повседневная задача – закончить реконструкцию слоновника, потому что если мы ее закончим, мы можем обратиться в Европу и можем просить нам, потому что купить слонов – это невозможно сейчас. Все страны Юго-Восточной Азии закрыты по вывозу слонов.
Вот. Закончить строительство жирафника в следующем году. Жирафов мы привезем. Нам чехи сказали, вы только постройте, мы вам жирафов дадим сколько хотите. Да, да. Только надо будет оплатить их доставку. У нас много планов. Дякуємо. Сподіваюсь, городяни оцінять вашу роботу і роботу вашого колективу. Спасибо. Шановні глядачі. Спасибо горожанам за ту любов, яку ми испытываем і ми знаємо. Дорогі мої, ми пам'ятаємо вашу допомогу в феврале місяці 2014 року, коли у нас було так складно, так... Я стояв, у мене сльози на глазах були, коли вся площадь була заставлена продуктами, які ви нам принесли. Це в моїй душі, в моєму серці залишиться навсегда. Дорогі мої, ми вас дуже любимо, ми працюємо для вас. Ми працюємо, звісно, для наших животних. Вот. Приходите к нам, ми вам завжди раді. Сподіваюсь, городяни оцінять вашу роботу. На цьому ми поставимо крапку. Програма «Міська рада на зв'язку». З вами був журналіст Олександр Молодцов. Я бесідував з заслуженим працівником культури України, директором Миколаївського зоопарку Володимиром Топчієм. Дякуємо вам за бесіду. До зустрічі в ефірі.